Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, а смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за нового лидера Конго, Нзингумбанди, не знаю, как правильно это склоняется. Если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, ссылка есть в описании в прикрепленном комментарии. Там ссылка на весь плейлист, собственно, в котором спонсоры канала, например, все серии могут посмотреть сразу. Большое спасибо им за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Кстати, можно и оленей, наверное, собрать. А, Дубе, посмотри сделку. О, в Лавенту превратилась. Нубия, можешь разведчика убрать? С этой пшеницы. Ты куда хочешь город поставить? А? Ты куда хочешь город поставить? Ну, где у тебя разведчик стоит? Так, что-то у Нубии армия начала появляться. Кстати. И теократия. Не, ну подожди, союз у нас пока долго будет еще. 12 ходов, так что я тоже приму теократию и смогу за веру юниты покупать. По науке мы примерно одинаково идем. Не думаю, что он на меня может напасть чем-то таким, что я не смогу отбить. Ну-ка, эти города маленькие по сравнению с моими. Наверное, следующую надо уже торговца покупать. Ну, за следующую веру. Из Квилла, из Кванга надо отправлять караваны. Так, все, строим запретку. О, тут стало уменьшаться тоже. У меня все на плюс 29. Кроме того, у меня миссионеров до хрена. Так, а карточка не стоит у меня на чудеса, да? Ну, в реформации сейчас поставим и соседство для... А, подождите, а это ж... Чудо уже, может, и не надо. Это ж карточка там на определенной эпохе действует, а это чудо уже средневековье, по-моему. Да, нет, вообще возрождение.
Тут, кстати, Темпло-Майор можно еще сделать, а лучше в Киншасе. Так, что там бан задает? Ну, там только на лесе строится, это я помню. Занят любой пригород. 5 к жилью, 2 пищи и 4 золота. Япония, как-то у тебя слишком много военки. Это 3 каравеллы, наверное. Ну, я все хапнул просто под карточкой, пока был. Кореец, можно попросить у тебя? Сейчас. Зачем? Нужно лагерь варвара убить. Нубия, ты тут? Встречное предложение. Да-да. Не хочешь религиозный союз, чтобы мы на друг друга не влияли? Давай. Кинул дружбу. Блин, ну тут гавань или центр коммерции лучше? Наверное, все-таки гавань. Кинул союз. Строю тут, потому что тут холмов нету, а тут вот везде есть холмы, я лучше буду вырубать и там, соответственно, так. Давайте оборонительных зданий. И... Ну, промышленную зону рано пока мне ставить. Давайте вот этих военных. Это еще и на гавань влияет. Так, что-то я не успел нифига сделать. Внезапно.
Кстати, великого художника может купить. Наемников откроем на всякий случай. Блин, а вот Канди я бы засоюзил. Подождите, а сколько мы чудес уже нашли? Блин, я что-то торможу с постройками. Ходов 8. Через два хода я ускорю астрономию. Откроем еще астрономию на холмах рядом с горой. Что-то негде строить. Так, это мы вырубаем в кабасу. Блин, мне вообще плавать. Давайте судостроение. Я хочу поплыть. Бля, что я сейчас открыл? А, наемников. Беда справа прохода. Ну, бля, что ты там армию строишь какую-то, да? Где? Ну, не знаю, 278 силы как-то стало. Это лучников апнул в арбалеты. Ё-моё, мушкетёры. Посмотри, в городах стоят. Мгновенно банк и рынок. Ну и где мне его применить? Тут гавань в Мпинде, только если где-то построим. Что, во всех остальных городах я гавань не буду строить.
Так, тут тоже передаем столице клеточку. А, блин, не получится. Черт. Нубия, дай право проходу. Спасибо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Не соображу. Ладно, давайте амбар. Что-то я начинаю тупить. Что мне строить? Так, сколько до конца эпохи? 7 ходов. Чудо построю. Так, мне надо еще мой уникальный юнит построить. То я просто забуду прямо. Давайте вот его и построим тут в банде Конго, например. Конечно, райончику. А, нет, тут нет. Тут уже 3 района построены. 7. Нет, вообще можно райончик следующий какой-то. Надо подумать в плане, опять же, акведука и... Ладно, в любом случае, вот пока строю... А, хрен, я уже не могу построить, да? Что латников открыл. Умничка. Просрано 4 очка эпохи. Блин, я Мбанзи, что ли? Нет, Кабаси. Так, а промышленную где я хочу? Непонятно, где я хочу промышленную. Везде во плюс один. Так, сколько мне очков не хватает? 5. 4 очка за чудо. Может, реально юнит построить? Ну, типа... Там железо использовать, либо... Давайте всадника. Один ход всего-то. Так, знаете, что отложу здесь? Вот в этом городе отложу, я посмотрю, где у нас можно... Вообще можно и ступу уже купить, наверное. Блин, нафига мне исследование? Можно следующий ход, пожалуйста, таймер убрать? На пару минут отбежать? Да, я бы тоже отошел. Перерывчик? Ну, давайте. Давайте тогда сколько? Давайте так нет, давайте мы в эпоху выйдем. Можно? Или тебе срочно надо? Ну, давайте, да, дотерплю.
Просто выйдем в следующую эпоху и все. Договорились. При часовне великого магистра. Да. Все правильно. Блин, может здесь чеченицу? Ну, блин, мне кажется, промышленную зону вот сюда надо. Не знаю, вот что-то не хочется мне чеченицу ждать. Прямо вам скажу. Так, ну серебро мы здесь сделаем. Производство. Любопытно посмотреть, насколько у Финкии пойдет наука. Да и японцы. Это, думаю, американцы. Все, что в арендомство брали. Угу, сюда дамбу. А тут у нас дамба. Конго предложение. Акведук здесь, сюда производство. Америка предложение. Надо вырубать эти пшеницы все. Так, тут тоже надо сейчас с дамбой разобраться. Акведук с двух сторон, дамба тоже с двух сторон. А промышленная зона похеру. Давайте, наверное, сюда дамбу, туда акведук и сюда промышленную зону, видимо. Не знаю, все вырубать буду. Так, дополнительное соседство для театралочки ставим. 113 культуры стало, ну, короче, плюс 20, нормально. Анкорват построил кто-то. О, вот сейчас мы монополизировали мед. Кайф. Так, тут у нас 25% золота серебро добавляет. Серьезно, он хочет сюда город всунуть? Ну ладно.
Я бы дворец Потала еще построил. Это же еще одна дополнительная ячейка. Блин, надо уже менять этих. Ладно, закончится золотой век, потому что я не хочу пока лян. На самом деле лян надо в Банзунсунди пересаживать, так? Но я не хочу, пока идет золотой век, я хочу сейчас все покупать за веру. Ну, рабочих, дополнительный заряд. Вот это вот все. Блин, нахера я исследование-то открыл? Ой, вообще бессмысленная хрень. Так, а что у нас с... Так, писателя забираем. Что с художником? Так, а кто там... А кто так долго не забирает ученого? Или это начитано? Короче, ученого заберите. Кстати, надо будет тоже святилище построить и храмы, раз у нас там плюс к вере. Ладно, наверное, гуманизм так откроем. Нам уже нужны археологические музеи просто. Блин, я не купил прошлым ходом строителя, да?
Блин, что-то опять туплю, что нам строить. Блин, или тут все-таки вот это не вырубать, оставить? Тут производство, я что-то не вижу, откуда брать. Ёлки. Что так быстро все? Так, следующим ходом конец эпохи. Дальше идем в археологов. Так, а сколько тут надо жителей? А, я уже могу промышленную зону. Ребят, кто не берет ученых? Что не понимаю? Каждый раз открываю, там кем-то уже накоплено. Ну, отложу здесь, вот я сюда, центр коммерции. Следующим ходом присоединится эта клетка. Блин, что-то вообще не соображу. В очередной раз. Что строить? Амбар, маяк, пинти отложил тут все, угу, все. Золотой век, выходим. Что ж нам брать там? У нас монументальность уже закончится. То есть монументальность уже не берется больше. А, не берется. Блин, ну мне, наверное, уже не надо. Я бы реформу денежного обращения скорее брал. Перерыв, да? Да, давайте 10 минут. Так, а что у нас с селитрой? О, у меня город на селитре прямо стоит. Зашибись.
само присоединиться, окей. Тут с лагерем варваров чисто Лахор сам разобрался. Так. Куда нам дальше идти? Ну, наверное, в верфи. И, собственно, индустриализация. New grass. Так, теперь меняем губеров заодно. Так, Лян точно у нас в Банзансунди отправляется. А Пингала в столицу. Магнус. Ну, Мпинду можно, кстати, вот тут повырубать. Да, наверное, в Мпинду. О, сейчас мы сможем лесопилки строить. Я бы, наверное, в Банзансунди где-то сделал эту. Чеченицу. Она тут долго строится, поэтому пока не делаем. Так, давайте думать. Где мы тут райончики можем поставить? Промышленная зона, предположим. Кампус. Кампус плюс 2 есть. Ну, давайте сюда кампус. Сюда промышленную зону. Я тут. Кампус на плюс один. Промышленная зона на плюс один. Ладно, давайте тут этого шпиона сделаем. Просто. Давайте промки забафаем. Ну, я предлагаю, научный не дает бонусы. Да, научный не дает, а кампус бафаем. Давайте. Да, кстати, кампус можно бафнуть. Ну, если мы промку сейчас апнем, то Корея вообще улетит. Типа Корея-то в Савонах все построила уже. Ну да, да. Я бы кампусами. Именно кампуса бы строил. А баним какие научные? Так. Научные не дают и 100% в кампусах. Отлично.
Нубия Союз продолжим? Да, давай. Блин, дворец Патала построили. А, и чеченицу построили. Сначала мастерские. Ну, у нас же на сколько ходов? На 20 ходов. Ускорено в кампусах строительство. Американец, ты можешь воина подвинуть, пожалуйста, слева от Данкхуя? Спасибо. Финикия предложение. Так, слушайте, а что там культурный на втором уровне дает? Кстати, отправляет караваны к американцу, походу. Все. Предложение еще, Нубия. Япония, предложение. Кстати, я же каравеллу уже могу апнуть и поплыть, исследовать все. Знаете, что я хочу? Я хочу Мон-Сен-Мишель построить. Он строится только на... Везде надо мбанзы еще строить. Еще в Кабасе главное не вырубить вот этот тропический лес, чтобы тут мбанзу можно было поставить. Так, торговец еще, кампус готов. Не, ну тут уже надо в кампусах. Давайте я все-таки ступу куплю тут. Так, а где у нас еще алмазы? Здесь, ну, производство только в Бандимвемба получается, можно сделать.
Япония, мы заключаем дружбу. Так, союзить. Что-нибудь хочу. Ну вот Махенджо-Даро до 3 можно докинуть. И в Лавенту до 3, кстати. Мон-Сен-Мишель, кстати, в Квагу. 24 хода. Но он строится просто на болоте. А, еще в пойме реки. Подождите, Мбанза Конго, то есть еще можно 12 ходов. Ой, как я тут классно поставил промышленную зону-то. Лёса, предложение. Ответное предложение. Без права, да. Ладно. Так, ну тут ждем прибытия Магнуса. Давай экономический или какой-нибудь другой. Потому что я к тебе караванов не пускаю, а ты с этого много получишь. Дай другой. Блин, нужен археологический музей. Да, там впереди по науке практически все, но мне главное, чтобы Нубия сильно далеко не улетала, и я все-таки немножко через другое играю. Начинается второй день игры. И, к сожалению, у нас потеря. Как раз человек, игравший на Нубию, не явился на доигровку. Единственное. У нас по правилам с тем, за кого играет компьютер, можно только воевать и мириться. Но, видите, у нас оказалось, что я... Прошлым ходом мы заключили союз. А, нет, позапрошлым ходом. То есть 18 ходов у нас еще будет союз с Нубией. Но Вьетнам уже сказал, что хочет забирать вот эти города. Ну, в принципе, мне вот, например, вот эти забрать было бы там Фарас. Ничего, так-то я не планировал особо воевать. Ну, позабираем, что уж делать. Сейчас бы еще вспомнить, что мы тут хотели вообще. Так, Мон-Сен-Мишель. Да, кстати, зато мы как раз мучеников сможем. Но нам Мон-Сен-Мишель надо где-то построить. 12 ходов. Здесь невозможно. А где вообще кореец находится? Далеко. Ну, слева от тебя, вон, по прямой прям. А за тобой? Ой, справа от тебя, сорян, справа от тебя. А, справа от меня. Он за Финикией. Ну, Финикия выше, получается, а он справа. А, все понял. А то я просто через Грека бежал, и там уперся в тундру. Что-то... Поэтому... Нажимайте ход. Да, сейчас я похожу. Да я еще хожу, да. Я только вернулся. Понятно. А, Митя, можешь, пожалуйста, посмотреть, сколько у тебя промки и еды в столице от караванов? У меня, по идее, стольник тебе ходит один с караванов. Так, вот сюда у нас кампус. Промки. Должен быть. Ну и еды тоже. Ну что, пойдем тогда... А, блин. Да, надо производство. Только у него один заряд. Вот, и один заряд. Пойдем тогда сюда. Давайте, наверное, верфь как раз вырубим. Кабасе промышленная зона. Универ. А, это покупаем.
Я просто это уже делал, у нас же... Мы закончили тем, что вылетел... Так, археологически, видите, ускоряем естественную историю. И, собственно, пора археологов начнем делать. Так, а этот что у нас? Мгновенно рынок и банк строит. Так, его сюда надо перебросить. Библиотеку универа, потому что у нас 100% в кампусах все строится. Так, вот эту клетку точно надо передать. Потому что четвертый радиус от столицы, и вот эту. Так, в остальном вроде норм. Так. Не помню, честно говоря, что я хотел тут сделать. Черт. Блин, как вы так быстро походили? Я вообще с трудом вспоминаю, что было. Так у тебя, что, наверное, городов штук 20. Да нет, и 10 нету. Одиннадцать, Лёша. 11? И плюс столица, соответственно, 12. Да, точно 11. Чё-то дофига городов. Все, походил. О. Да ёлки-палки. Это чики-брики или меня дисконуло? Чики-брики. Чики-брики. Грузим. Сейчас я попробую. А, на переходовке вылезло. Сейчас. Ну да. Грузим, значит. Да, Лёш? Лёш, а... А, что? А чё, грузим или как? Ну, пускай он зайдет, глянет, если у него хреново там что-то компьютер сделал, то загрузим. Так я бы ходил. Ну, он закинул посла в Венецию. У меня Венецию перебили. Блин, я ж тут сидел, ждал. Я вспомнил, что я тут не врубал. Я ждал, когда Магнус приедет. В итоге вырубил. Так, универ. И давайте купим опять археологический. В следующем... Просто надо еще деньги оставить, чтобы самих археологов покупать.
Не, вот тут у меня, конечно, райончики очень красиво получились. О, вот эти клетки надо еще отдать. Не, подожди, или это в третьем радиусе было? Но все равно я бы отдал эти клетки этим городам, а не Кабасе. Смысл. В Мпинде, наверное, акведук сразу начнем строить. Так, тут ждем прибытия Магнуса в Мпинду. Тут продолжаем верфи. А, здесь производство. Сюда у нас будет кампус. Тут покупаем амфитеатр. Археологический, чтобы естественную историю ускорить, и строим универ. Здесь универ. Маяк есть. Блин, может кампус сюда уже сразу бахнуть? А давайте. Ну, у нас ускорено на 100% в кампусах все строительство, так. Поэтому нам и надо. Так, тут надо попередавать эти. Клеточки. И вот это хоть и третий радиус, но я, наверное, тоже передам этим городам. В остальном все норм вроде. Резные стволы, естественная история. Достроим мастерскую, универ сделаю, давайте в очередь. И надо будет все-таки с Мон-Сен-Мишель. Это вырубать все буду тоже. Кемерию открыли. Ну да, надо будет пилить Нубию. Раз уж такое дело. О, Кабаса голодает. Значит, я зря клетки передал. Ну, вообще, надо, значит, может, фермы здесь поделать. А, вообще, знаете что? Так, 5 ходов до уменьшения. Эту надо построить просто, мбанзу. Там две пищи всего. И сначала универ. Может, все-таки фермы тут сделать. Правда, хреновое соседство. Ну, как бы не будет вообще соседства ферм. Ладно, пока сделаю фермы. Два хода. Только что было 5 ходов, сделал ферму, стало 2 хода до уменьшения. Это что такое вообще? Ладно, ну, а следующим ходом тут пингало приедет. Рей, а дай, пожалуйста, на один ход. Да, но мне тоже деньги нужны.
Ну, нет, урагана не появилось. Угу. Зато у меня разлив случился. Которого не было. И так бывает. Так, а кведук здесь куплю археологическим, чтоб следующим ходом мы уже могли археологов покупать. Хотя не факт, кстати, что хватит нам денег. Нет, точнее, факт, что нам не хватит на двоих. Это факт прям. По-моему, 800 он стоит. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут поискать прямо сейчас в плейлисте, ссылка на который в прикрепленном комментарии в описании есть. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.